Спасибо вам большое. Такие теплые слова говорят сотрудникам Центра социального обслуживания и волонтерам жители нашего города. Добровольцы приносят пожилым гражданам продукты питания и медикаменты, в которых те нуждаются в период карантина. Когда ходишь в магазин, видишь бабушек и дедушек, причем некоторые просто еле идут, но они все равно идут в магазин. Многие еще и без масок. Хочется нашим пожилым гражданам сказать, что не стесняйтесь, обращайтесь. Мы обязательно поможем. Утро Инессы начинается с обзвона своих подопечных, контакты которых она берет в Центре социального обслуживания. Каждый день волонтеру необходимо посетить как минимум 2 адреса. Заболеть коронавирусом Инесса не боится, потому что соблюдает правила безопасности и надевает на себя необходимые средства защиты. Радостного-то мало заболеть, это понятно. Вот. Но все под Богом ходим. Но, естественно, не надо лезть на рожон. Вот. Ходим мы всегда в маске, в магазин, естественно, в маске. Когда возвращаемся из походов, всегда обрабатываем перчатки, я сумку обрабатываю, карточку, кошелек, в общем, все, до чего я дотрагиваюсь. Доставляют продукты питания и медикаменты пожилым людям около 100 добровольцев. Всем им раздали защитные средства и специальные удостоверения. Желающих присоединиться к волонтерскому движению приглашают в Центр социального обслуживания. Более подробную информацию можно получить по телефонам 694-41 и 694-39. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.